Владислав Станиславович Твердохлебов родился 19 января 1974 года в Тираспале. Отец Станислав Семенович Гранчак ушел из семьи, когда Владу не было 2 лет. Его вырастили мать, Наталья Львовна Твердохлебова, и бабушка, Мария Тимофеевна Твердохлебова. Они обе были бухгалтерами. Его семья переехала в Крым. Там прошло детство Владислава. Занимался в спортивной школе спортивной гимнастикой, легкой атлетикой, 2 юниорский разряд, спринт и бег с барьерами, академической греблей, 2 юниорский разряд, парашютным спортом, 16 прыжков с парашютом, восточными единоборствами. Окончил с отличием музыкальную школу по классу фортепиано. После 8 классов поступил в Суворовское училище. Проучился там около месяца и ушел. Поступил в торгово-коммерческий колледж в Москве. Специальность – товаровед и организатор торговли продовольственными товарами. Участвовал в студенческом ансамбле, как певец и бас-гитарист. После техникума поступил в Московский государственный университет в коммерции, факультет управления торговыми предприятиями в сфере услуг. В 1998 году закончил университет. В 1993 году. В возрасте 19 лет в клубе «Мастер», студент Владислав Твердохлебов с одногруппниками отмечал сдачу сессии, играл на рояле и пел. В это же время там присутствовал известный продюсер Юрий Айзеншпис с продюсируемой им группой «Янг Ганс». Айзеншпису понравилось, как поет блатные песни Владислав, и оставил ему свою визитку. Через неделю после знакомства была записана первая песня «Дороги, по которым мы идем», автором которой стал поэт и композитор Владимир Матецкий. 31 августа 1993 года на фестивале «Солнечное Аджарье» в Батуми впервые на широкой публике выступил певец Влад Сташевский. В книге «Влад Листьев. Пристрастный реквием» упомянуто, что Айзеншпису в продвижении нового проекта помогал уголовный авторитет Александр Макушенко, известный как «Саша Цыган». В 1994 году вышел первый альбом «Любовь здесь больше не живет». В Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи» Сташевский занял 2-е место. В 1995 году вышел 2-й альбом «Не верь мне, милая». В 1996 году вышел альбом «Влад-21». В результате читательского референдума газеты «Московский комсомолец» Влад был назван лучшим певцом года и получил премию «Овация» в номинации «Шлягер 96» за песню «Позови меня в ночи». Этот клип был показан на ведущих каналах телевидения более 500 раз. Тогда же Сташевский был признан самым пиратируемым артистом. В этом году Юрий Айзеншпис вводит в коллектив бэк-вокалисткой будущую солистку группы «Лицей» Светлану Беляеву. В 1997 году вышли альбом «Глаза чайного цвета» и сборник клипов с одноименным названием. В 1998 году записан 5-й альбом Влада Сташевского «Вечерочки, вечерки». Было снято 3 клипа на песни «Фонари», «Я к тебе иду» и «Вот бы встретиться». Сташевский получил премии «Золотой граммофон» и «Стопудовый хит». В 1999 году Сташевский расстался с продюсером Юрием Айзеншписом и приступил к записи своего 6-го альбома «Лабиринты». В 2000 году состоялась презентация диска «Лабиринты», в котором Сташевский попробовал себя в качестве серьезного лирика, а в нескольких песнях выступил в роли композитора. Но альбом провалился, публика не приняла Сташевского философа. В 2004 году дебютировал как актер в спектакле «Любовь без правил». Его партнерами были известные актеры Спартак Мишулин, Сергей Рубека, Юрий Кузьменков, Анна Большова, Елена Кандулайнина Д.Р. Целый год Влад Сташевский и актеры гастролировали с этим спектаклем. Занимается бизнесом, работает в фирме ООО «Волна М», которая занимается обработкой металлических отходов и металлолома, удалением и обработкой сточных вод и твердых отходов. Учредителем организации является его родственник Александр Львович Твердохлебов. Влад Сташевский имеет 5% от общего дохода этой фирмы. Выступает по стране со своими песнями, но чаще на частных мероприятиях и корпоративах.
принимал участие в реалити-шоу «Последний герой». В 2016 году снялся в фильме «Бабоньки», где сыграл человека, изображающего на сцене Влада Сташевского. Влад Сташевский имеет в коллекции 3 премии. «Золотой граммофон» в 1996, «Позови меня в ночи» 1997, «Фонари» 1998, «Вот бы встретиться»